Давайте здесь, здесь, давайте до потолка. Ну, мы сейчас, прежде всего, я думаю, что будем, ну, надо немножко быть из себя. Я, конечно, то, что вышел, это хорошо, но мне не нравится. Я все равно считаю осужденным, виновным. Нашей вины вообще нет. Это маразм, то, что происходило, это просто абсурд эти два года. Что вы сейчас чувствуете? Вы ожидали, что будет так? Нет. Это... Вообще фантастика. Видно, так же абсурдно было и такое же абсурдное решение суда.